Раз ты вышел. Гости позвонили. Я такого хочу. Вундершир. Тоже не надо быть. Да. А какие могут быть проблемы? Смотрите, даже не до 3,5. 3,5 это там вакцинация. Я уже просто заговорилась. Смотрите, как вы кормите? Он может быть и понос, может быть и все что угодно. У нас уже это все устоявшееся. То есть вы уже получаете готового практически котенка. Готовый, который до трех лет он будет формироваться. Все равно он еще... Ну там окрас, я знаю, меняется. И окрас, да. Да. Вот это прячется. Видите, как он, вы обидели его, сказали.